Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами проходим такую игру, как Darkness Within. Это первая игра, ну, в стиле квеста, которая очень меня зацепила. Она мрачная, непредсказуемая. Но я вам покажу момент, чтобы всю игру вам не спойлерить. С вами Казоку Фэмили, так что погнали! Так что оцените, какая у игры интересная атмосфера. Поэтому надеюсь, вам понравится. Так что погнали. Такс. Что нам надо? Факел. Зажигаем. Да, игра напоминает в стиле Пенумбры или Амнезии. Ну, кто в курсе, конечно же. Так. Тупик. Странно. И что делать? Потоньше. А что потоньше у нас может быть? У нас есть только тут гремучий факел. И все. Сломать кость. Отлично. Ну ни хера себе ты дал. Кольцо. Правильно. В любой непонятной ситуации надо пиздить кольца. Логично. Нихуя себе. Да ты прям четкий пацанчик. Просто. Ладно, пройдем, глянем, что на втором этаже. Кстати, он факел что-то потушил. Типа, видно, тут все заебись. Ладно, чувак, чё хули? Что это за место? Какой-то склеп. Да, чувак, пизда тебе. Скоро тебя тут закопают. Кто-то разговаривает, или мне показалось.
Чувак, меньше надо употреблять всякой херни. Ладно, шучу. Я шучу. Так. Топ-топ, хуй топ. Кручу-верчу. Наебать хочу, да? Методом змейки, блядь. Змейки, змейки, змейки. А нахуй нам кольцо, я вообще не ебу. Ну чё, блядь, пробуем. Сизям, откройся, блядь. Ну. Чё у нас открылось? Чё за залупа вообще? Корни проросли. Во-во-во-во-во. А где что открылось? Там, что ли? Я что-то сомневаюсь, что тут что-то открылось. А где открылось? На втором этаже, что ли? А что-то могло открыться? Двери, окна. Нихуя себе. Чувак, съебайся нахуй. Я не знаю, в окно нахуй. Я слышу чьи-то голоса, блядь. Мусора пришли, блядь. Странно. Этот корень словно пытается добраться. Так, ну я чувствую, что тупик. Может в эту дырку лезть? Что там? Что там, блядь? Чувак, зажги факел, заебал. А что делать? Вот что вы мне предлагаете делать, блядь? Блядь, хватит меня пугать, заебали. В смысле? Может, что-то внизу? Вот честно, хер знает. Стоп, какой символ, блядь? Чё, тут символы одинаковые хоть? Ну да, блядь, означает, блядь. Что-то нахуй означает. Что, блядь? Не надо мне так его крутить, блядь. Блядь, а его можно осмотреть? Нет? Кольцо.
Это мое кольцо. Ну да, блядь, теперь оно твое. А, понятно. Не туда пошли. Бывает, бывает. В жизни разочарование. Харе, пиздеть, блядь, я понял, нахуй. Вопрос, как я тебе гроб посмотрю, блядь, дебил? Кошмарики. Главное, чтобы субтитры, блядь, есть. Так. Да, чувак, ты проспал ёбаных 2 дня. Красавчик, чё сказать, блядь. Такс. Просто немножко нужно было сделать паузу. Так, он хочет обратно спать? И чё ты хочешь? Потерянное время. Так, а это у нас что? Опа-на. Что это за хуйня? Встречаемся в домике после полуночи, Джеральд. Нихуя себе. Почему? И что нам надо делать? А, лекарство принять. А, ну чё там за поза? Так, тут, по-моему. Ого. Пам-пам.
Привет, Артур. Привет, Борт, как дела? Хорошо, спасибо. Послушай, Артур, я нашел какое-то подозрительное вещество. Ты можешь провести для меня его анализ? Что? Ты все еще занимаешься расследованием? Ты же должен отдыхать, Говард. Это вредно для твоего здоровья и к тому же незаконно, ведь тело уже передано кому-то другому. Знаю, знаю. Я просто нашел кое-что, чего раньше не замечал. Я не занимаюсь расследованием. Ну что, выполнишь мою просьбу? Ну хорошо, хорошо. Я через несколько минут уезжаю из города. Просто оставь эту штуку в своем кабинете, а? Я займусь ей, когда вернусь. А куда ты собрался? Есть у меня одно дельце за городом. Я вернусь через несколько дней. Ладно, Артур, удачи. Говнюк. Тебе тоже, Говард. До встречи. До встречи. Что-то скрывает, пидорас. 100%. Все не бывает просто так. Что-то не так, гнида. Что? Дом Ивара. Ух, нихуя себе, олень. А, нет, не олень. Лама. Это что еще за хер? Поэт. Здравствуйте, сэр. У вас неприятности? Да, у меня неприятности. У меня такие неприятности, каких вы и представить себе не можете. Могу я спросить у вас, что случилось, сэр? Видите ли, это довольно безлюдная местность, а я не вижу вашей машины. Вряд ли вы найдете того, кто довез бы вас туда, куда вам нужно. Нет, я сам со всем справлюсь. Хорошо, сэр, я только... Могу я задать вам вопрос? Вы Эдвин Пикмен, поэт? Да, я да, это я, Эдвин Пикмен. Рад познакомиться с вами. Меня зовут Говард. Я вас узнал. Читал вашу последнюю книгу, и она мне очень понравилась. До свидания, сэр. Да он по-любому сейчас как грохнется. Чё, блядь? Называется нихуя себе. Так, пожалуй, надо сохраниться.
Так, стихотворение. Ваши темные души, в аду проводящие дни, научили меня укрываться в прохладной тени. Но настанет тот час, я покину свой... Конец. Ну и ладно. Лишь молчаливые, сонные, пугливые, глазеющие окнами домики, притаившиеся в темной глуши лесов, могли бы поведать, что это было сокрыто в них, а они ведь обычно неразговорчивы и не любят стряхивать с себя дремоту, которая помогает забыть былое. Лавкрафт, Говард. Супер. Домик. Да уж. Привет, хули ворона. Да ты нихуя себе четко, вообще тебе похуй. Да? Четкий ворон, да? Черный ворон, что ты кружишь? Нихуево. Че, еще и сюда можно, что ли? И что тут у нас? Кисть, ебать. А, я думал, можно бошку осмотреть, ну да ладно. Так. Тут, походу, нету ни хера. Ни хера. Чё нам тут делать? Ебать, готовить нахуй. Симулятор, блядь, этой... Кухарки, блядь. Ну да, нам прям так и нужен металлический горшок. Крюк, ебать. Поиграем в капитана Крюка. Картина. Да тут картины все какие-то наркоманские. Блять, серьезно? Голубая хуйня, голубая. Непонятно какая, непонятно. Ядрен батон. Ну, конечно, заперто. Кто для тебя тут все открытым оставит? Это тебе не поездочка. В Хогвартс, блядь.
Я думал, коробку можно раскрыть, но... Ну, поздравляю, что-то там можно тут открыть, раскрыть, укрыть, покрыть. Может, эту? Не, ни хрена. Тут я ничего подозрительного не вижу. Стоп. А ну, а если кисточкой намазать? Что это даст? Ничего, да? Это я уже понял. Так. Здравствуйте, сэр. Могу я задать вам? А, понятно. Мыслей у них никаких нету, да? Засохшая краска. Так, а что в том проходе, мне интересно? Опа-на. Люк. Да что тут за херня? Половица. Ладно, надеюсь, вам понравилось прохождение, дорогие друзья. С вами был Денис Кочерга, Казуку Фэмили. Давайте, до новых встреч и обязательно поиграйте в эту игру. Она очень интересная и интригующая. Всем удачи, всем пока.